Доброе утро. Мне буквально на днях задали вопрос. Можно ли преодолеть кризис подросткового возраста, избежать отрицания со стороны ребенка авторитета родителей? И если можно, то каким способом и какой тактикой поведения? Можно. Рассказываю. Для этого нужно с раннего детства вогнать ребенка в состояние хронической выученной беспомощности, постоянно доказывать ему, что он без вас никто, что без вас он ничего не может и что только вечная жизнь с вами спасет его от ужасов окружающего мира. В этом случае не будет ни кризиса подросткового возраста, ни отрицания авторитета родителей. И единственная проблема заключается в том, что если я или кто-то узнает, что вы так поступаете по отношению к собственным детям, мы приложим все усилия, чтобы лишить вас родительских прав. Кризис переходного возраста и отрицание авторитета родителей – это такой же нормальный процесс, как процесс отрицания тела матери рождающимся ребенком. Слышали про две пуповины? Одна физиологическая – при родах, и одна психологическая – при высвобождении ребенка от психологического родительского тела в переходном возрасте. То есть избежать нельзя. Но можно ли что-то сделать, чтобы все прошло максимально безболезненно для всех? Можно. Как это сделать? Запоминайте. Если вы во время подросткового кризиса переходного возраста вместе со своим авторитетом ненадолго, на пару-тройку лет, отойдете от подростка и оставите его в покое, то ему по факту в связи с отсутствием вашего авторитета нечего будет отрицать. Нет авторитета – нет отрицания. Приучите себя на какое-то время в общении к страшным словам. «Мне кажется, сын. Не уверена, что права дочь, но я думаю. Ты, наверное, прав, хотя я не понимаю. Не знаю, что делать, но уверена, что ты справишься. И в наше время таких проблем не было. Я не знаю, что делать». Короче, уберите свой авторитет, особенно если он чуть ниже груди, и исчезнет отрицание. А дальше только время. Помните, подростковый возраст всегда проходит, а ваш авторитет, если вы его вовремя не уберете из-под удара, может очень надолго пострадать. С добрым утром!